можно сказать, старожил Ставрополя Игросоюза. И первый же опасный момент. Московская, нет, Динамо М, это не Динамо Москва, это Динамо Молодежная. И еще один мяч влетает в ворота. Красногвардейская просто. Почему так стесняются? Вот, наверное, третий будет, нет, пенальти не будет, интересно. Красиво все было исполнено, но немного не точно. Когда вот так вот обрабатываешь мяч, такой сутолоки. Ну вот Федоров... На этом закончился первый тайм, закончился он на атакующей ноте футболистов Ставрополя Агросоюза. Неплохая позиция для продолжения атаки, и смотрим, чем закончится это для Ставрополя Агросоюза. Звучит свисток. Ну вот и опасный момент. Турлинов. Миненко. И Табишев. Хороший перевод мяча. И можно было, может быть, и посильнее пробить. Поворотом перехват Саверский. Ну, здесь уже как все по нотам было разыграно. Миненко. Петренко. Судья особо решил ничего не добавлять. Матч закончил. Ну, практически все я сказал об этой игре. Поздравляем с победой поклонников Ставрополя Агросоюза. Но самые интересные и важные матчи, конечно же, у этой команды впереди. Всем спасибо за внимание, крепкого здоровья и до следующих встреч в эфире.